Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei P40 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как на этом телефоне сделать очень достаточно простую вещь, как включить режим «Не беспокоить». Ну, для начала открываем приложение «Настройки», вот здесь вот, и входим в пункт «Звуки и уведомления». Здесь нажимаем «Не беспокоить», и здесь мы его и включаем. По сути, его включить можно и со шторкой уведомлений, легко и просто, нажав просто на Луну, да, вот нажимаете на Луну, все, режим не беспокоить, включен, выключен. Но именно настроить этот режим вы можете именно здесь в настройках. Установить расписание, выбрать приоритетное событие, отключить или включить повторный вызов. В общем-то, действий масса. Рекомендую всем ночью пользоваться режимом не беспокоить. Ну и если вы просто деловой человек, этот режим просто незаменим. До скорых встреч! Желаю вам успехов и всего самого хорошего. Если у вас вдруг возникают вопросы, тогда подпишитесь на канал и задайте вопросы в комментариях. Мы это обязательно увидим и постараемся вам как можно в более короткий срок ответить. До скорых встреч. Пока.